внук Аркадия Гайдара очень много работал, именно поэтому его и не любит ленивый грязный народ. Пришел к успеху по заветам Алисы Розенбаум, не скололся, не спился, как прочие в Зимбабве. Зима, бабки на базаре, голоса сипатые, а Егор Тимурович просто начал с себя. Конспектировал Адама Смита, разбирал на атомы бытие сытых. Свободный рынок, концепция индивида, человек человеку змея ядовитая. И когда рассосалась красная смута, Егор на практике показал свой труд. Умрут слабые, неприспособленные, зато их сопли не поколеблют волю высоких. Черный квадрат углеводородов, налог на органы, для предпринимательства хорошие стартовые условия. Певец Егор – угрюмый совок, перечитавшийся Платонова, ну а наш Егорушка абсолютно другой. Выступая по ТВ, Тимурович расправил плечи, в детском саду на него смотрит Ванечка Мечников. Уже тогда было ясно, о чем мечтает этот гуттаперчивый. В зеркале статный мужчина, простата, щиколотка, высокий общественный статус, щи, картоха. Егор всего добился сам, ну а мальчику еще предстоит только. Белый господин купается в зелени, при виде него у городского быдла краснеют зенки. Ну как же, мы работали 40 лет, почитали советы, боролись за океанским соперником, а тут, понимаете ли, нарисовался гад-спекулянт. Спрашивается, схуяли? Несправедливо, не по-людски. Так вы и не люди, вы скифы. Тимурыч, вероятно, тоже читал стихи, да и вообще по-своему был поэтом, архитектором современной этики. Вершина, ориентир для нового дженерейшена. Грабь, насилуй, утилизируй, режь, взвешивай. Давай же, парень, повышай продажи. Каждого боярина ждет свой алтунтаж. А Гайдар уже уехал под землю, поближе к любимой нефти. На прощание пришел каждый второй светский лев. Скорбит солнечный город, в очередной раз перепахан кладбищенский огород. Несколько его фанатов даже покончили с собой, набросив на шею веревку голода. В последние годы Егора все же мучила совесть. Алкоголь оказался влиятельнее, чем Джордж Сорос. Открой себе вены, если живешь с родителями, отрежь язык, если не знаешь вкуса черной икры. Выколи глаза, если не видел, как пятилетние девочки лижут друг другу пипки. Нищие, больные, апатичные, умрите, умрите, умрите. Выбросись из окна, если живешь с родителями, отрежь язык, если не знаешь вкуса черной икры. Выколи глаза, если не видел, как пятилетние мальчики сосут друг другу пипки. Не вписавшись в рыночек, умрите, 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 умрите. Вечная память Егору Гайдару и всей его семье, приложившей руки к смерти миллионов пидораших свиней. Таких болтунов окружайте дружным холодным презрением. Я катаю колонна!